Всем-всем еще раз наидобрейшего. Как обещала, сейчас уже более спокойно, то есть это вам расскажу. После процедур сейчас покормила клепушку, то есть сказали нам сейчас принимать пищу, пока мы дома, примерно каждые 1,5-2 часа стараться делать прием пищи. Но вот не чаще, но и не реже тоже. То есть это чтобы смотреть, будет ли работать у нее все-таки кишечник. Сама она пищу принимать категорически отказывается. То есть челюсти все так же сжимает насмерть. Сегодня вот купила опять эту медицинскую консерву, то есть, которые вот все эти консервы детское питание тоже уже перепробовала, мне кажется, абсолютно все. То есть это... Я бы это снимала, но Дзен заблочит за то, что это я со шприцами делаю. То есть это поэтому 100%. Вот. В общем, пытаемся, карабкаемся, выкарабкиваемся. Кто предполагает, что это плохая клиника, то есть и плохие врачи, что-то не так, нет. Прочитайте про заболевание энтерит. Оно, к сожалению, вот такое паскудное, непредсказуемое. То есть, как бы тут вот вообще кто-то начинает идти на поправку на третий день. Но вот врачи говорят, вот сейчас самый критичный момент – это пятый день лечения. То есть, если пятый день выжило животное, то уже, скорее всего, выживет. Кто говорит про стационар? Сейчас стационаров вообще практически нигде нет. Потому что для энтеритных именно, не то что для всех инфекционных. Раньше был инфекционные стационары. Инфекционный стационар, там разные могут быть инфекции, но энтерит настолько паскудная болезнь, которая очень легко передается, что для энтеритных нужно отдельный стационар. Вот. То есть это отдельное помещение, отдельный персонал, то есть который не будет соприкасаться ни с какими другими животными. То есть это очень дорогостоящее мероприятие. Вряд ли кто пойдет на такое лечение, и клиники отказываются от таких стационаров, то есть и не берут именно энтеритных больных животных на стационар. Есть, говорят, одна клиника, то есть это, которая берет энтеритных животных. То есть в Краснодаре вообще, не то, что здесь у нас, а в Краснодаре. Но эту клинику абсолютно не хвалят и делают отрицательные отзывы. Я не буду называть клинику, потому что я сама не могу оставить отзыв о ней, так как я там не была. Но у людей отзывы абсолютно отвратительные. То есть это берут, грубо говоря, на доживание. Выжить, выживет, не выживет, не выживет. А также, опять же, об стационаре. В стационаре врач проверяет животное 2 раза, дает предписание медперсоналу, и медперсонал ставит капельницы, уколы по предписанию, также кормит по предписанию. Грубо говоря, все то же самое, что я сейчас сделаю. Мы 2 раза в день наблюдаемся в клинике, у нас берут все нужные анализы. Там мы хорошие, ты хороший, хороший. Все берут нужные анализы, делают нам предписание, что нам есть днем, что нам есть вечером, что нам пить, что нам колоть. И то есть у меня тот же стационар, только с выездом на капельницы. Ну, то есть, по идее, как бы разницы какой-то глобальной от того лечения, которое веду я сейчас, и которое бы вели в стационаре, то есть, практически нет. Ни один доктор не будет сидеть возле больного животного и наблюдать вот так вот за ним. Так. То есть, доктор посмотрел утром, как в больницах человеческих. В больницах человеческих и то один раз в день обход. То есть с утра врач сделал обход, дал указания больному и медперсоналу. Персонал и больной выполняют свои указания, полученные от доктора. Опять же, никакие водки с яйцом. То есть мумиё. Мне тут целую петицию написали, что нужно давать капли из мумия и также протирать глазки мумиё. То есть... к сожалению, не поможет. Водка и яйцо поможет при обычном отравлении, к сожалению. А энтерит к этому, то есть, вообще не имеет отношения. Это такая паскудная инфекция, где весь кишечник воспаленный, он стоит, то есть, он не шевелится, не двигается. То есть, водкой можно только еще хуже обжечь. То есть, выжечь все то, что воспалено и так. Это все равно, что, грубо говоря, на ожог полить спиртом. То есть, ничего хорошего от этого не будет. Но... это, не знаю, правильное сравнение или нет, но там и так все воспалено, и еще маленькой собаке, то есть дать водку, то есть потом яйцом это все залить, которое и так не может ни есть, ни это.
Я всем советую. Вот в такой болезни, как энтерит, то есть это не простое отравление, это вирусное воспаление внутри организма. Никогда не действуйте самостоятельно, только по указанию врача. То есть это. Да, возможно, не все врачи хорошие, порядочные. То есть кто-то бывает попадается. То есть, ну, в эту клинику сколько раз обращались, сколько о ней отзывов. То есть все хорошо. И эти люди не навяливают никаких дополнительных услуг. То есть это, что уже как бы, ну, проверено на своем опыте, на опыте других людей. То есть ни клинику, ни врачей, конечно же, я не буду менять, тем более сейчас. Вот у нас, грубо говоря, завтра сутки такие переломные будут. То есть, да, я каждый раз захожу к ней в комнату и говорю: Господи, помоги, а. То есть, прямо страшно, страшно, на самом деле страшно. Но благодаря вам, то есть, будет все хорошо. Мне сын перевел деньги, Любашка перевела деньги. Вам огромное спасибо. То есть, вот со вчера, я уже до этого перечисляла, то есть, сейчас всех не буду перечислять, но вот кто вчера и сегодня, то есть, это перечислил также деньги на лечение. Надежда Ф., Ольга Г., потом кто-то вот инкогнито, вот нету, то есть просто поступление денег, сумма и все, к сожалению, нет имени человека. Ну, дай бог вам здоровья крепкого, счастья и всего на свете, чтобы вам вернулось это в 1000-кратно. И финансово, и морально, и духовно, и во всех. Светлана, Людмила, огромное вам также спасибо. И также все, кто я, кого перечисляла до этого, кто перечислил деньги на лечение. Действительно, суммы уходят глобальные, то есть это каждый день, то есть, к сожалению, так. Но вот в наше время лечение стоит, мне кажется, у животных во многих случаях дороже, чем у человека. Мы хоть что-то можем по полису сделать, а животные, к сожалению, ни по какому полису не пройдут. Вот. Так что мы стараемся, буду держать вас в курсе, естественно, буду рассказывать. Вечером мы также, то есть на день у нас лекарств нам никаких не дали. Все поставили в клинике 12-часового действия. То есть днем не надо нам ничего будет это принимать, никаких лекарств. Вот. То есть нас наблюдают вообще, грубо говоря, 3 доктора. То есть консилиум, можно сказать, из 3 докторов. То есть поэтому как бы... И все 3, то есть не могу ни на кого вообще плохого, кривого слова сказать, то есть... Вру 3, 4, 4, то есть 4 врачей в курсе нашей болезни, в курсе того, что я параноик, блин, то, что я вот это вот трясусь и бегаю, то есть за собакой, и все смотрят, все проверяют и сверяют друг с другом, то есть это, ну, что, точная выдача лекарств, то есть единственное, что это, да, это вот такая паскудная болезнь, паскудная, коварная, противная, то есть это. Остается только молиться, лечиться, надеяться на врачей и на свою, то есть ответственность, чтобы, грубо говоря, хватило физических и моральных сил делать все вот это по часам, по минутам, по дням. То есть это. Всех еще раз благодарю, огромнейшее всем спасибо. Надеемся, я каждый день надеюсь, что я зайду, как вам все, она там ест, пьет, хоть что-то, прыгает, бегает, но ну, пока нет, к сожалению. Ждем, ждем. Вы ждете, я знаю, но больше всех этого жду я, мне кажется. То есть это в таком моральном напряжении все равно тяжеловато. Еще раз всем огромное спасибо. Мы будем вас держать в курсе. И надеяться, конечно, на самое-самое лучшее.